Биткоин и многие альткоины стремительно набирают в цене. Объем торгов криптовалютами вышел на исторический максимум. И какая любимая криптовалюта Илона Маска? Об этом в сегодняшнем выпуске. В конце января 2019 года главный форк биткоин Bitcoin Cash стоил $110. С тех пор его курс увеличился практически на 200%. Теперь капитализация проекта составляет 5,4 миллиарда. Он опередил EOS и Litecoin по этому показателю и занял 4 место. Курс Bitcoin Cash начал резко увеличиваться в начале апреля, когда криптовалютная биржа Huobi объявила о запуске контрактов на эту криптовалюту на своей площадке Huobi Market. Пользователи смогут работать с альткоином с использованием плеча до 20. Курс криптовалюты будет браться с трех платформ в равных пропорциях – с Huobi, Coinbase Pro и Binance. С начала года несколько альткоинов показали впечатляющий рост. Цена Binance Coin, например, выросла на 216% – с 6 до 19 долларов. Курс Litecoin за последние три месяца поднялся на 190% с 30 до 87 долларов. В течение последних трех дней главная криптовалюта также совершила большой скачок. Биткоин подорожал с 3900 долларов до 5000. Можно ли это назвать началом нового подъема криптовалютного рынка, пока неизвестно. А все эксперты разделились на два лагеря. Одни считают, что в ближайшее время откат будет, а другие уверены в обратном. Однако, по данным аналитического ресурса CoinMarketCap, 4 апреля суточный объем торгов всеми криптовалютами вышел на новый исторический максимум – в 86,6 миллиардов долларов. Этот показатель превышает рекорды января 2018 года на 42%, хотя совокупная капитализация рынка ниже в 4 раза. А вот цена криптовалюты Dogecoin также выросла, но по довольно необычной причине. Илон Маск написал, что Dogecoin – это его любимая криптовалюта. Такой комментарий Маск оставил под первоапрельской шуткой проекта, в которой пользователям предложили выбрать CEO альткоина. В дальнейшем голосовании Илон Маск одержал внушительную победу, опередив создателя Ethereum Виталика Бутерина, основателя Litecoin Чарли Ли и генерального директора стартапа Metal Маршала Хейнера. В качестве награды Twitter-аккаунт Dogecoin объявил Маска победителем и главным CEO проекта. Маск же в ответ стал постить различные мемчики по теме Dogecoin. И что бы вы думали, за прошедшие сутки среднерыночный курс Dogecoin увеличился на 24%. Для тех, кто не очень знаком с историей криптовалюты, токен Dogecoin был создан в 2014 году ради шутки. Символом валюты является Man Dog. Это фотография собаки породы Shiba Inu. На данный момент капитализация проекта составляет 371 миллион долларов. На этом у меня сегодня все. Текущий курс Dogecoina криптовалюты швейцарского банка Dogecoin вы видите на своих экранах. Более подробную информацию вы можете найти по ссылке в описании. А меня зовут Лиза, хорошего вам дня и до свидания!